обеспечить безопасность отдыхающих и оказать квалифицированную помощь. В пятницу в Самаре открыли 14 спасательных постов, которые ежедневно будут работать на городских пляжах. В этом году дежурить и нести службу будут 44 человека, прошедших специальную подготовку. Время работы спасательных постов увеличено. С 10 июня по 31 августа спасательные посты будут работать с 9 до 22 часов, а с 1 сентября по 15 сентября спасательные посты будут работать с 9 до 21 часа. Спасательные посты оборудованы всем необходимым. На каждом из таких пунктов есть плавательные круги, радиостанции для связи с сотрудниками региональной ПСС, которые также несут дежурство в акватории водоемов, жилеты, детские и взрослые нагрудники, маски, ласты, трубки и средства оказания первой медицинской помощи. Мы должны предотвращать ситуации опасные, а не допускать их. В этом основная суть работы. Официально купальный сезон в Самаре откроют 15 июня. Спасатели городских пляжей рекомендуют жителям и гостям города внимательно относиться к себе и окружающим. Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не перегревать организм при приеме солнечных ванн, внимательно следить за детьми и не заплывать за буйки. Руководствуясь этими простыми правилами, можно сохранить свою жизнь и здоровье. Анатолий Головко, Константин Головин. События.